мама хочет что-то выяснить, дочь не так охотно рассказывает, верно? А конкретно, как можно было бы описать или характеризовать именно эту сцену? Ну, провокация, наверное. То есть я пытаюсь всячески ее... Ну, то есть вот эти... А не повесите нам занавески, чтобы никто не заглядывал. Ну, то есть вот какая-то такая провокация. Угу. Вот я постоянно... Ну, что? Ну, говори, что? То есть я вот хожу вокруг... Как меня... допрос. Да. Точнее, наше первое явление, которое второе у Островского, это у нас допрос с разными приспособлением, как зайти другим ходом. Соответственно, занавеска – это мы вообще не про занавеску. Это, да. Это как бы понятное дело, да. То есть тут не надо раскрывать. А у нас только что произошел этот монолог. У нас счастье. Да, у нас только что монолог произошел, поэтому мы его прочли. У окна побыли, он никак не идет, так сидим и там. Вот хорошо, вот приспособление было, что ты там что-то шьешь. Что же такое вы видите? Скажите, скажите, очень интересно будет послушать. А вот ты меньше бы тарантила бы. А то не даешь нажимать или рта на себе. На каждое слово 10 резонтов найдешь. Только знай, что от меня ничего не скроется. Тем для вас больше чести. Значит, что вы проницательны.